68 детей-сирот из Нижнего Тагила и Байкалова получат ключи от квартир. Фонд жилищного строительства продолжает реализацию областной программы по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Сейчас стартовала процедура оформления договоров найма специализированных жилых помещений. В Нижнем Тагиле для детей-сирот в доме на улице Свердлова приобретены 44 квартиры. На эти цели из областного бюджета выделено более 50 миллионов 600 тысяч рублей. Ключи уже вручены 10 новоселам. Всего с 2010 года в Нижнем Тагиле квартиры получили 427 горожан.